Давайте все замка, Принято, принято. а на юг только я и кочегар. Краб хочет посмотреть, как по толпе ЗГС работает. Вы там заметку строите, все обороны стянется к вам, мы зайдем незаметно. Ну ладно, 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 хорошо. По 5 патронов всего, господи. У нас с оптикой как? Пехота, может. Паш, можешь здесь? Не заходите на территорию, тут бомжи стоят. Враг на территории, Понял. Это укроп подвез наших, сейчас посажу. Вы там заранее высадитесь, не подъезжайте вплотную. Вон, собственно, быстро. Я пока найду место, где РСЗОшку выкатить. Может. Да-да, катается по деревне. Меточку на него сделать, чтобы краб. На территории замка мина. Угу. А можешь метку поставить? Где? Метку поставил. Стоит. И как разминировать? Гранаты и не боитесь. Ну пока не разминируйте, я думаю лучше убрать РПГшка этот беттер, пока он уехал, видимость. А направление? На запад. Принято. Не нашел подойку банки. Я. Нет, я вижу, он стоит прямо на метке. Так, ладно, я тогда СЗОшку выкатываю, попробую поработать. Так, у кого тут обычный калаш? Я могу к свою ГПшку пока дать, а то я сгорю сейчас. Меня ну я кину. Ну вот, вопрос был, как разминировать? А оккупанта позвать? Так я оккупанту и сказал, что мина стоит, а... Ну ладно. А я гоню свинью. На мины. Так, теперь осталось понять, где мы машинки припарковали. Если ты не нажимал стрелку вверх, это 50 метров. Ага, все, окей, я просто забыл. Следующая 100, потом 200, самая нижняя 250. Если нажмешь стрелку вверх, да, прибавляй да, ко всем знаю, 50. Знаю. Так, где машина? Ребят, есть чистый проход, разминированный оккупант. Ну, учтите, они слышали. Поэтому уже надо работать. Прям перед беттером упало, прям под днище. А он как? Ну, чуть-чуть подспустился, походу. Я в машинку с ДШК положу свой калаш. Он чуть-чуть восточнее. Сажусь с РСЗО, буду работать. Да, он восточный, чуть-чуть восточный, может за домик. Уже работает. По нам работает. Прием. Наверное. Я уже думал всех убило. Что? Не забывайте, у нас машинка с ДШК еще есть. Странно, оккупанту сказал, что мина в проходе, и он сказал, принял и разминировал. Ну, герой, молодец. Не каждый так может. Только.
внимание, враг. Или убить. Тут на замке? Да, вижу. Я на башню полетел. Рехард. Рехард, наверное, рыгошку кидал и сам себя убил. Ноль. Нет. Убегаю, 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 убегаю. Убежал. Нормально. ДШК из города работал. Сколько до туда? 600. 500. Вы успели засечь, откуда били? Нет. Понятно. Ладно, сбегаю сейчас за калашом с вами. Буду ГПШ. Колеса выбили. Беттер рядом, если это беттер, то это он стоит рядом, если это не ДШК стационарный. Я в ГРшкой только колеса ему собью. Наверное. У меня только три УГРшки. Этот, с ДШК машинку подогнать поближе? Наверное, да. Там РГОшки взрывают, взрывают. Учтите, что они видели, как я убегал. Скорее всего, пойдут меня добивать кто-то. Да, едет? Нет, стоит. А кто по мне стреляет ему? Это свой КМП. Охренеть, я же говорю свой. Можешь идти свой, можешь за золотание РПГ. АКМ. Да враг на... с часами тоже ходит человечек. На окраине города? В городе. Ребят, кто на башне? Кто на башне бегает? Я. На восточной части города ходят? На башне. Башня с часами, ну это вот часовня в городе. Понял, вот типа этой мэрии. Надо. Вижу БТРшек. Ребят, тут, короче, первая башня, двое наших сняли. На крыше ходил он, да? Пока не вижу никого.
попробую что-нибудь сделать. Метка точная стояла, я убежал, я не вижу, стоит он там сейчас или... Паша, нам только УГшки выдали, так что я БТР не смогу выйти. Понял. Да чё, УГшка хотя бы колёса разбил. Ну сейчас надо ж попасть в него, он далеко стоит, 500 метров, в принципе, до него. Попробуй. Там до сих пор стоит. Так, он в центре города получается, да? Ну да, прям там, где они респаются, вот за этой ерундой я точно поставил. Сейчас я посмотрю, он там до сих пор. Так, видел какую-то беготню в город. Ребята, с крайней башни замка видно, вор? Не знаю. Вообще через восточную часть можно зайти в город, спуститься здесь, обойти и зайти в город. Через восточную? Да. Тут зеленка очень близко к городу подходит. И тут походу не особо-то есть люди. Гропа, ты убил врага, да? Я не услышал. Убил. Вернее западную, вру, не восточную, а западную, Возле него еще. На вышке, короче, да, один, ну... да, один русский и двое наших. Блин, я выбежал прямо на БТР в городе. Он сместился. А ты же в городе? На восток сместился. Видел ночью, как в домик. Они бегают туда-сюда. Бетер уехал, да? А, сейчас послушаю их. Вот это зря ты сказал, он сейчас двиг сделал. А они нас наверняка слушают уже. Я 74-й коллажу. С кровом связь есть? Ты за дудосите хорошо? Да просто бесит. Пасть не могут и стреляют. Ну что за скучная игра? Где Джека? Блин, я опять машину потерял. Как так? Да жесть. Когда поедет, он скажите. Окей, я пока место займу для засады. Там не видно, я сбил ему колеса. Но когда я последний раз стрелял, поехал обратно назад. Понял. Да, вижу патруль.
Да, сейчас едет прямо по центру. Свернул к дому. Походу целит. Ну косы. А где он сейчас, неизвестно? Я видел его, он стоит сейчас по стальметку. Сейчас, прям точно. Давайте сдвиг сделаем, или не надо. Сдвиг живой. В принципе, все тут только умерли, на территории. И метка на бодрости. Пока нет смысла, я понял. Так, похоже, вижу, как краб забегает в город. Бетера прямо на меня смотрит. Я не двигаюсь, стоит. Я же говорю, через западную часть можно зайти. Я так понял, бетер между домов, да, где-то с этим кассом? Да, он сейчас переехал, сейчас кинул. Вот, метка актуальна. А вы, я поставил на 7 метров. Жалко вообще закрыть. Я бы их прожал. Боже, какие они косые. А вы. Он вылез на это. Я его спугнул, блин, он целился на меня. Это СВДш. А, с твоей стороны его не видно, по-моему. Он ГПш. Yes.